Ребята, всем привет, с вами Ксюша. Сегодня 1 апреля, поэтому я сегодня иду на ногти. Ну ладно, я иду на ногти, конечно, не в честь праздника, а потому что скоро начинается 4-я четверть. Послезавтра. Ура! Напишите в комментариях, когда вы выходите в школу. Вот я выхожу в понедельник, то есть 3 апреля. Вот, кстати, у нас в школе нет запрета на ногти. То есть ты можешь делать ногти любой длины, любого цвета и любого дизайна. Поэтому я решила сделать вот такие ногти. Это винный цвет, называется бордо, по-моему. И хочу поменять форму. Я уже долгое время хожу с квадратом, и бац, мне резко в голову пришло, что мне нужен миндаль. Посмотрим, что из этого получится, разумеется, если я решусь. Но если делать миндаль, то ногти будут, наверное, чуть-чуть подлиннее, чтобы было прям красиво. Потому что миндаль носится гораздо лучше, чем квадрат. Квадрат в последнее время у меня уже такой... такой себе. Не, ну все равно смотрится безумно красиво, согласитесь. Я с собой возьму вот эти перчаточки, чтобы сделать красивую фоточку Лере в Инстаграм. Вот так вот. Или вот так, допустим. Так, для новых подписчиков рассказываю историю своих ногтей. Ногти я начала делать где-то в 12-13 лет. Вот, они были такие коротенькие, овальные, но на тот момент мне оказались они безумно длинными. Первые ногти были желтенькие с лимончиками. Ну, в тот момент мы только искали мастера. На третий раз я нашла Леру, и вот далее все ногти мне делала Лера. Так как было лето, я сначала сделала черные ногти, потом сделала одну руку розовую, другую желтую, и пошло-поехало. Потом началась школа, мы начали делать нюд, короткий нюд. И так на протяжении всего года, только на каникулах я могла сделать какие-то яркие длинные ногти. Представляете, это же ужас просто. Я всегда мечтала, вот, школа закончится, и я буду делать ногти, какие хочу. Я всегда ждала каникул, чтобы делать просто ногти те, которые я хочу, а не которые нравятся там моей школе. И вот в моей жизни перемены. Я сломала ногу, сразу же я делала ногти, которые я хочу. Позже я решила вообще уйти из своей школы. И в новой школе нет запрета на ногти. То есть теперь я вообще... несмотря на школу, могу делать любые ногти. Эти ногти, кстати, не такие уж и старые, так сказать, но они все в ручке, они уже успели сломать, я уже ездила к Лере их чинить. А, кстати, об этом знают только мои подписчики из Телеграма. Потому что я периодически снимаю для вас кружочки. Ссылочка на мой Телеграм будет в описании. Также на мой Инстаграм. У меня два Инстаграма. А вот кто подписан на мой Телеграм, уже знают о моем втором Инстаграме. Мой контент также есть в Дзене. Дублирую все в ВК. Подписывайтесь и смотрите меня везде. Так, все, я предлагаю уже ехать к Лере. Кстати, мы сегодня даже практически не опаздываем. Время 6:02, у меня ногти начинаются в 6:30. И, кстати, все спрашивают, что у меня с ногой. С ногой у меня все хорошо, вообще не беспокоит. Я уже, кстати, начала нормально ходить, как раньше. Я уже не хромаю, как в Дубае. Кто не видел, как я хромала в Дубае, ссылочка на плейлист Дубая в описании. Что? Приехала в Дубай, чтобы показать свою походку. Ровно месяц хожу без ортеза, и я уже расходилась. Кстати, полностью кость растется максимум за 6 месяцев, поэтому можно сказать, что у меня кость еще не полностью зажила, но уже ничего не болит. И через 2 месяца мне уже можно начинать будет прыгать, бегать и так далее. Ну, то есть потихоньку разрабатывать ногу. Все, едем к Лере, я снимаю это счастье, а то еще в такси подумаю, то это что такое, что такое? Ребята, мне нужен Лера. И я выбираю длину. Я просто захожу в Pinterest, и здесь еще и длину, и дизайн, все здесь еще. Вот такую длину хочу. Ну да, все, выбрала, получается, и длину, и дизайн. Так, погнали, здесь его. Нет. А, вот, может быть, в этой палитре. Может быть, кстати, вот это он. Хотя нет, там был немного другой цвет. Ищем дальше. Но этот ничего тоже такой хороший, так сказать. Теперь берем эту палитру. О, Лера, привет. Привет. Чем там жарится уже? Да, мы выбираем цвет. Молочный? Нет, конечно. Серый, розовый? No. А? Бордо. Да. А школа? А школа можно ногти делать. А, точно, ты же специально соединяла школу, чтобы можно было делать ногти. Это какой цвет? Ну, такой бордовый. Короче, мне нужен бордовый. Бордовый цвет, а длину вот такую, смотри. И форму. Ногти Ксюхи обрезать старые, ногти Ксюхи сделать новые. Я сейчас еще пилку возьму, Лера, знаешь, что тоже буду фотки... пилить ее без жалости. Лера, смотри, что мы для фотки тебе в Инстаграм принесли. Вот так меня сфоткаешь, как-нибудь в перчатках.
Вау. Термос из Дубая. Ура, победа. А что там, какой-то особый кофе? Нет, кофе, который из дома. Латте макачат, по-моему. Вот, из кофемашины. В термосе из Дубая. Лера, ногти нормально, не пострадают? То, что снимать все? Мам, они уже больше 2 месяцев. Берегем глаза. Да ничего не берегем. Я держу, видишь? Держу. Ну вот. Главное, Ксюхе пальцы сейчас не рубануть. Обкусили все ногти. Ты бы ей сказала, она дома сама все покусала. У меня нет таких. Потеряли, пацаны. Snag a seat up at the table if my man came. Heading to a meeting, we're familiar with no briefcase. Когда я был маленький, я очень любил лето. А, да. А когда... теперь я люблю деньги, потому что лето может быть в любое время года. Спасибо, Ксюш. Пожалуйста. Я пошутить сама хотела, она взяла меня как бы, и это... И все. И украла мою шутку. Поздравляем Ксюху от старых ногтей. Тебе понравилось вот так ходить с разными руками, как будто они из разных песен? Да. Я потом хочу сделать одну длинную, другую короткую. Наконец-то. Когда? Давайте сейчас. Нет. А что? Если делать длинную, то прям очень длинную. Делаем. Нет, летом. Ну все, девочки, ну сегодня хватит. Я иду вот с такими ногтями в школу. Лера сказала, что у нее нет на меня времени, поэтому уходим. А что без пенки? Где пенка? Без ногтей печатать на клавиатуре вообще неудобно. Когда меняется форма или длина, как-то ты быстро привыкаешь. А вот когда ты ногти снимаешь, просто нереально. Ты нажимаешь вроде на О, а у тебя пишется И. Да что за ерунда такая? Так, посмотрите на мои ногти. У меня обычная форма ногтей, мы их укоротили. Все, у меня раньше вообще вот так было. Типа полностью 90 градусов загибалась пальцы. Теперь, видите, меньше. Какую ты длину-то хочешь? Четверка. Ну, четверка, это ты по этим смотришь, а я ее срезала. Ты такие длинные опять хочешь? В смысле срезала? Давай маленько покороче, чуть-чуть. Нет. Лер, ты же знаешь? Знаю. Какой овал нужно делать? Какой овал? Миндаль. Ну, миндаль. Да. Хочешь, чтобы тебя в четвертой четверти выгнали из школы? Да. Дай посмотри. Зачем? Лера не знает, что такое акинатор, и вот сейчас мы будем играть. Так, смотри, вот он так он выглядит. Нажимаем «Играть». Угу. Ваш персонаж женского пола? Да. Ваш персонаж закончил школу? Нет. Ваш персонаж из вашей семьи? Нет. Вы хотели бы иметь любовные отношения с вашим персонажем? Нет. Ваш персонаж из Екатеринбурга? Да. Нет. Ваш персонаж из города Орла? Нет. Космическая сущность? Нет. Что за вопрос вообще? Ваш персонаж живет с вами в доме? Нет. Выступал ли ваш персонаж в японском театре Ракуго? Да нет, просто. У вашего персонажа много париков? Думаю, нет. У вашего персонажа есть канал на Ютубе? Есть. Да. Ваш персонаж мужчина? Нет. Ваш персонаж похож на гориллу. Возможно, частично, да? Мы все немножко похожи на гориллу, мы же от обезьян произошли. Что говорить? Давай, Лер, я жду ответа. Чего ждешь? Что ответить? Про гориллу. Ну, пиши нет. А. Пожалею. Что? Возникла техническая проблема. Что? Чем мы занимались? Весь опрос техническая проблема. Играйте снова. Я ничего не поняла. Ваш вот если бы ты сказала, что да. Похоже частично на гориллу, может знает быть... Знает вас. Вот знаешь, наверное, проще будет говорить, типа, не знает вас. Вот, пишем нет. Существует в реальности? Да. Певец? Я певец? Да. Да. Имя вашего персонажа состоит из 3 букв? Нет. Из 4? Да нет. Больше 16 лет? Нет.
Имя и фамилия вашего персонажа начинаются с одной буквы. Меня всегда угадывают по этому вопросу. Да. У вашего персонажа собака породы шпиц. Да. Я думала, это Ксения Куприкова. Вот, смотри, нас угадали. Ну, меня. А что за прикол-то? Ну, типа, он угадывает. Вот ты кого хочешь загадать? Кто-то из знаменитостей, да, должен быть? О, смотри. Персонаж уже был отыгран 32 771 раз. Ничего себе. Ладно, давай. Давай незнакомого персонажа. Давай. Нет, давай ты кого-то определенного загадай. Ну, давай я загадаю Влада А4. Можно? Конечно. Так, женского пола. Нет. Просто мне приходится смотреть Влада А4, хочешь не хочешь, потому что у меня ребенок очень его любит. Ваш персонаж ютубер? Да. Да. Связан с игрой Майнкрафт? Я думаю, нет. Слушай, ну они там стримят. Возможно, нет. Они не Майнкрафт, наверное. Да? Я не знаю. Ну, пиши нет. Нет. Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм? Нет. Да, там все вот эти Кобякова, они стримеры же, они в компьютерные игры играют. Пиши нет. Нет, смотри, стал знаменитым благодаря. Ну так они с этого начинали. Не, у них челленджи были. У них челленджи. Ну ладно, пиши мне. Ваш персонаж красил волосы в белый цвет? Да. Ваш персонаж имеет отношение к бумаге? Да. Все отгадала, короче, прикинь. Что? Ваш персонаж член злодейской группы? Да нет. Технические проблемы. Короче, он когда не знает, так он... А, вот. Вот. Вот бумага. Да. Тиктокер и инстаблогер. Давай еще кого-нибудь загадаем, Ксю. А я певица, да, типа? Что у вас тут уже, пока вы тут отгадывали Ксению Куприкову и Влада Бумагу? Так как сегодня 1 апреля, я не смогла просто не пошутить. И Лера тоже. И Лера тоже. Мы записали в мой телеграм-кружочек, где пошутили. Типа я захожу к Лере, а Лера говорит, что нет, у меня сейчас другая клиентка, и ты перепутала дни. Лера хорошо сыграла, и я не очень хорошо сыграла, потому что я заржала. Ну, так всегда, понимаете? Заходите в мой телеграм, смотрите кружочки. И подписывайтесь на Лерин инстаграм. У меня нет телеграм. Ребята, пишите в комментариях плюсики, если Лере нужен телеграм. Похож? Да, похож, конечно, один в один. Все делаем. Какая форма шикарная. Угу. Очень красиво. Лера, а что, с квадрата нельзя, да, такие переделать? А. Слушай, ну они не такие будут, Галя, да? Они вверх задерутся все. Блин, ногти в школу, трэш. Может, немножко поменьше возьми, но... Все ж, мне кажется, будут не очень рады таким ногтям твои педагоги в новой школе. Я очень рада буду. Тогда тебе нужно учиться прям очень хорошо, чтобы не прям получится. Это... Как-то не получится. Все у тебя получится. Ну, извините, химия, физика, до свидания. Сразу говорю. Вообще никак. Ну, в принципе, ты же ОГЭ не выбирала? Да, вот именно. Так, сейчас не болтаем, девочки. Ксюша, на ОГЭ есть дресс-код, когда будешь сдавать экзамены? Ты да, узнай все нет. Точно. Нет, дресс-кода нет. И если нельзя ногти, то лучше не делай, то можно не пустят. Не лучше не делай ногти. Не пойдешь на экзамен. Я отвернулась от мира, пожалуйста. Я тебя отдала вообще-то. Вот тебе и пранки. Вот понимаешь, Галечка? Отмена экзамена. Мне вообще приятно сейчас. Вот, ребята, вы бы видели, как они этот кружок в Телеграм снимали. Они же не за первый раз пранк-то сняли. Второй. За второй. А кто в первом кружке подвел? Ксюша или Лера? Все. В смысле все? Нет. Я вообще нормально. Мне кажется, все. Лера нормально сыграла. Что-то Ксюша, да, что-то не то там хохотала. Спасибо. Что-то... Я просто ржала, да. Да, запорола все. Ребят, всем привет. Иду на ноготочки. Пишем в комментариях, как думаете, какие ногти я сегодня сделаю. Ой, привет. Привет. Что, на ногти? Делаем? А ты что сегодня приехала? Ну, в смысле, я записана сегодня. Нет, ты завтра записана. Сегодня у меня вон другой человек сидит. Я работаю. А, вышла чуть-чуть воздухом подышать. В смысле, Лер? Заикнулась уже, начала. А потом Лера тоже заикнулась. Я думаю, блин. Все, уже девочки практически все сделали. Такого цвета ни разу не было.
Нет, у меня был просто красный, а такого не было. Как тебе он? Не грязный? В смысле? Не грязный, нормальный. А кто был грязный? Ну такой, видишь, красный, такой темно-красный. Мне кажется, не заценят подписчики такой цвет. Последние штрихи. Чебурашка. Теперь я чебурашка. Мне каждая дворняшка. Так, Лера всем советует на чебурашку сходить. Ну, если ходили, напишите, понравилось, нет. Мы прям с Русланом два раза посмотрели. Ну и мужу пришлось заодно с нами тоже поглядеть. Все пишут, что ты самый крутой мастер маникюра. Да, и мы тоже за. Ой-ой-ой-ой. Ребят, я уже дома, время 12:07. Мне очень нравятся мои новые ногти. Монечке тоже нравятся. Иди, любит. Иди, иди. Так что вот такие ногти у меня будут на начало четвертой четверти. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Дерево, смотри. А ты что хрюкаешь?